В тоннеле становилось все холоднее. Мы с Мельником поднимались все ближе и ближе к поверхности. Через минуту мы должны были оказаться наверху, наедине с воющим ветром, наедине с чудовищами, наедине с самой судьбой. Я был почти у цели. Когда ты покидал свою родную станцию, думал ли ты, что мы окажемся в таком положении? Что мы даже не будем знать, спасаем ли мы наш мир или обрекаем его навсегда? Держись! Опа! Фух. Поймал. Чтобы подняться на поверхность, нам придется пробраться через брошенный блокпост, Артём. Тихо. Там что-то есть в соседней комнате. Ржавая дрянь. Вечно все ломается. Придется открывать вручную. Артём, пошебурши по ящикам. Вдруг найдешь что полезное. Готов, Артём? За мной. Ну все, давай наверх. Так-так. Похоже, никого нет дома. Не забудь надеть противогаз перед выходом на поверхность. Без него ты долго не протянешь. Мы почти на месте. Это концертный зал. Отсюда до башни два шага. Заряжай оружие. А вот и стражи. Пожаловали. Давай-ка наляжем. Тянем, потянем. Тянем вместе. Готов? Тянем. Двинули. Вот она, наша цель. Наконец-то. Мельник на связи. Уйма. Как слышите? Прием. Слышу вас отлично. Прием. Мы у башни. Повторяю. Мы у башни. Группа выдвинулась. Прием. Так точно. Они на связи. Говорят, что приближаются к башне.
Принято. Следующий сеанс связи, когда поднимемся на базу. Добрались, товарищ полковник. Что это за шум? Слышите? Какого черта? Круг! Быстро! Метро – это наш дом. Это все, что у нас осталось. Да, жизнь тут не сахар, но ты всегда знаешь, что на твоей станции каждый человек тебе как родной. Тебе есть ради чего и ради кого жить. Но с тех пор, как появились эти мутанты, все изменилось. Мы стали другими. Нами правил страх. Пока не пришел он. Проснулся наконец. К нам скоро придет Хантер. У него-то всегда самые свежие новости с других станций. Вставай, тебе тоже будет интересно послушать. Пойдем, Артем, пойдем. Дерьмо, свиньи, витамины. Я не через такое прошел. Я этого не боюсь. И что ты хочешь сделать с черным? Так, Коля. Найти его. Этой станции недолго осталось, если нападения черных не прекратятся. Мы должны что-то сделать. Да что еще мы можем сделать? Черные нас всех перебьют до единого и сожрут. Давай послушаем Хантера. Госпиталь переполнен. Проходите, товарищ Сухой. Здорово, Артем. В самом пекле оказался. Нет. Как раненые? Никаких улучшений. Этим утром еще двое скончались. Черные убивают не сразу. Но они словно разрывают нам мозг. Душу рвут. Люди сходят с ума. И умирают рано или поздно. Боже, когда же это закончится? Не могу. Нет, добраться. Добраться. Какого
черта? Кто это может быть? Это Хантер. Все в порядке. Мутанты не стучатся. Давай открывай чертовы ворота. Добро пожаловать на ВДНХ, Хантер. Спасибо. А теперь закройте ворота. Давно не виделись, Хантер. Рад видеть тебя, Саш. Здравствуй, Артём. Ну, Хантер, какие вести с полей? Что в мире творится? Ну как, да все как обычно. Все говорят только о вашей станции и этих ваших мутантах. Артём, я тут прикупил древние открытки с видами Нью-Йорка. Держи. Это не просто мутанты, поверь мне. Это что-то новое. Что за дьявольство? Что-то страшное. Черные, да? К черту детали. У нас в Ордене заведено так. Врагов надо истреблять. Тревога! Кто-то проник в главную вентиляционную шахту. Нет. Они идут сверху. Черт подери, только этого не хватало. Черт, тут же за стенкой наша больница. Кирилл, бери своих, закрывай туннель. Саныч, мы остаемся в этом зале. Согласен. Артём, бери оружие. Здесь. Черт, где же они вылезут? Они придут сюда. Больница рядом. Запах крови. Какие же это черные? Обычная туннельная нечисть. Даже когда ты не видишь черных вокруг, они все равно рядом. Ты о них думаешь, ты их боишься. Страх их оружие. Прочие туннельные гады бегут от них, как крысы. Черные не просто мутанты. Это Homo novus, следующая ступень эволюции. Выживает сильнейший, знаешь? Так вот это не про нас. Да что с тобой случилось? Ты как скотина, которую ведут на бойню. А я буду цепляться за жизнь до последнего. Понял? А когда отправлюсь в ад, прихвачу с собой этих твоих гомоновусов. Пойди, глянь! У меня в госпитале десяток проверенных бойцов пускают слюни и бормочут ерунду. Даже душу... Черный напарик! Внешний блокпост уничтожен! Известно, что творится за последним рубежом вашей обороны. Я пойду на разведку.
Слушай меня внимательно, Артём. Если я до завтра не вернусь, ты должен добраться до полиса и найти человека, которого зовут Мельником. Расскажешь ему, что случилось со мной и что происходит в ваших туннелях. Покажи Мельнику вот это, чтобы он поверил, что ты от меня. Я надеюсь на тебя, Артём. Не подведи. Если мы хотим выжить, мы должны уничтожить эту угрозу. Любой ценой уничтожить. Понял? Хантер не вернулся. Сбежать с ВДНХ мне было непросто, но я ведь дал ему слово. На следующий день к Рижской уходил караван. Караванщик на... Паровоз, не стучите колеса, кондуктор, нажми на тормоза. Я к маменьке родной... Наконец-то! Ты, блин, в своем обычном темпе, да? Ладно, хватай шматье вооружейно и на платформу. Они уже заждались. Я буду там и смотри, ничего не забудь. Вот стоц перевертоться, бабушка, здорово! Вот стоц перевертоться, кушает компот! Вот стоц перевертоться, еле читает снова! Вот стоц перевертоться, пережит налет! Извини, Артём, тут пока закрыто. Только дозорные могут пройти. Где ты вообще эту запись нашел? Меня достал все это! Чего я терплю? Говорила, не надо. Теперь давай нарисуем что-нибудь другое. Ну, например... давай нарисуем домик, в котором ты хочешь жить с папой. Это мужчина, такой глазастый, оборачивается ко мне и говорит. Девушка, если бы моя жена готовила такой, я был бы самым счастливым человеком. Невозможно просто. Смотри-ка, кто тут такой чистюля? Знаешь, как я за тебя волнуюсь? По договору. Ладно, смотри. Ну что надо. И мне, и тебе. Замечательно! Чудненько! Потратишься на похороны. Двое впереди, трое на дрезине. Ай, молодца! Из хорошего автомата, считай, нету солдата. Подари себе пистолет! Так что у вас с этим новичком? Эй, Артём, тебе оружие нужно? Давай-ка посмотрим. Автомат калибра 5.45. Сделано на Кузнецком мосту. Стреляет криво, перегревается в 2 секунды. Поэтому называется ублюдком. Стреляй короткими очередями и патронов не забудь набрать. Вот и вся наука. Универсальная зарядка для фонаря. Батареи заряжать. Ну и противогаз. Надевай везде, где высокая радиация. Или на поверхности, если тебя туда, ну, не дай бог, занесет. Армейские аптечки на всякий пожарный. Так, теперь все, окей. Хочешь опробовать свой арсенал? Прошу, мой тир. Ну и просто постарайся первое время особо не высовываться, окей? Можешь теперь эту инструкцию засунуть. Ты думаешь, мы доживем до того дня, когда снова сможем жить на рынке? Я вот никогда вас не видел. Только старый твой. Все, готово. Теперь опускай. Артём! Сюда! Честь имей. Ну что, готов выдвигаться? Готов? Тогда двинули. Если такую штуковину изобрел, точно бы свихнулся и повесился. Представь, твое изобретение – главное орудие убийства на планете. По местам. Ты, Артём, садись сюда. Никто ничего не забыл? Все, затарился? Тогда пошли. Эй, ребята, вы на Рижскую едете? Типа того. Не подбросите? Не вопрос, но зайцем не поедешь. Придется поднапрячься чуток. Всегда готов. Тогда двинули.
Ну все, удачи всем.